Кто купил права, тогда все в сторону. Да. А кто даже этого не сделал? В итоге за победу решили бороться и новички, и опытные рулевые. Всего на турнир среди представителей краевых средств массовой информации заявилось 7 команд. Неважно, кто ты, корреспондент или оператор, на дороге ведь все равны. Экзамен. Настроение на самом деле замечательно, заглох на старте, ну это ничего, ну не автомобилист, всякое бывает, но я вообще появился стимул хотя бы на элементарно выучиться водить автомобиль. Научилась я на такой машине, но просто давненько уже. А так механику, конечно, вожу только правой рулью. Да сложностей никаких. Просто водитель, который редко это выполняет, в таких тесных ситуациях ездит. Поэтому и тяжело становится. По итогам заездов призовые места распределились следующим образом. Первое у компании Video International, второе заняли представители программы «Вести Алтай», третье – почетное «Наши новости». Кирилл Политов, Юрий Борлис, Дмитрий Баша, Павел Лауронин. Наши новости.